Две блондинки купили себе по Мерседесу, но столкнулись с одной проблемой. «Слушай, подруга, — говорит первая блондинка, — мы так много времени проводим вместе, а как мы узнаем, где чья машина?» «Придумала, — говорит вторая блондинка, — давай мы на твоей машине разобьем правую фару, а на моей левую». Так они и сделали. Но через некоторое время снова запутались. «Слушай, подруга, а ты не помнишь, на какой машине какую фару мы разбили?» «Нет». «Вот и я не помню. Что же теперь делать?» «А давай мы разобьем по второй фаре, и тогда мы точно не запутаемся». Так они и сделали. «Блин, — говорит первая блондинка, — теперь они снова одинаковые». «Да задолбали эти тачки, — отвечает вторая. — Давай твоя будет черная, а моя белая».